За вилку боролись 4 месяца. Получить этот столовый прибор для заведения общепита очень престижно. Накануне в Набережных Челнах прошла третья для нашего города церемония награждения победителей премии «Золотая вилка». Организаторы церемонии не стали долго томить гостей ожиданием и сразу перешли к самому важному – награждению победителей. Первым золотую статуэтку получил лучший, по мнению челнинцев, ресторан японской кухни. Конкурс в целом, мне кажется, это признание народа. А для нас, как для компании, как для сети кафе, нет ничего лучше, чем быть признанными. Признанными те, кто к нам приходит и кто любит нас. Вот, это, наверное, знак качества. Если победители в номинациях были определены заранее и народным голосованием, то во время самой церемонии состоялась суши-битва. 5 поваров в кулинарном поединке бились за звание лучшего. По условиям конкурса приготовить нужно было 3 блюда. Первыми на стол компетентного жюри отправились классические роллы и суши. На самом деле очень сложно определить. Двое пока лидируют. Вот, не буду говорить кто, но как бы отличившиеся есть. Роллы и суши должны были быть приготовлены не только вкусно, но также быстро, качественно и поданы красиво. Поварам дали проявить свою фантазию. У меня все продукты: помидоры, огурцы, авокадо, зелень, как бы все это сочетается. Совершенно верно. Очень хорошо. Лимон дает кислинку. Роллы назову хару, это по-японски весна называется. Сверху будет тунец, он придает пикантность. Конечный итог будет хороший. Ильхам не ошибся. Его весенние роллы произвели впечатление на жюри. И по итогам конкурса именно он и стал победителем суши-битвы. Причем уже во второй раз. А чтобы конкурсанты не скучали в ожидании премии, для них была подготовлена развлекательная программа. Всего по итогам голосования народной ресторанной премии «Золотые вилки» в этом году получили 7 заведений нашего города. Корчма «Златоулечка», «Шантарель», «Пинот», английский паб «Дарвин», «Чикаго», «Рок-н-роллы» и «Карамель». Тагир Закиров, Елена Портнова, Михаил Матвеев, РЕН-ТВ, Набережные Челны.